Шутила, что ли? Знаешь, что? Че? Заведи, пусть работает. Минут 10. Ну что, нагреется? Да. Сучка конкретно засела. Ну а если пневмой попробовать не пойдет, да? Просто чтобы вот это закрутить ее. По свечам не было? Нет. Согреватель работает. А? Согреватель работает. Как это будет? Вот он говорит, активируйте, крыш должен увеличиваться. Он увеличивается. Напряжение стабильно. Надо активацию делать. Дополнительный подогрев. Да хрен узнать, что ему надо. Вообще плавают обороты. Или это он ее тестирует, что ли? Какие именно? Выше 2 единиц. По цилиндрам, которые? Ноль четыре, ноль один, ноль восемь, ноль шесть. Ноль шесть, ноль три, ноль семь, ноль четыре. Какое-то есть хранение по первому, третьему? По первому. Занят. Вот. Дай. Это утечка по форсункам. То есть форсунки ссат, да? Первый, четвертый требует внимания. Угу. Ну, да. Но они, получается, в обратку выплевывают ее, да? Это коррекция для нормальной работы. Если, например, ко второй, третьей претензий нет, почти всегда ноль. Ну, около нуля. А это, видишь, одна из них противовес. Больше всего похоже на четвертую. Ремонтировал как раз, наверное, четвертую, да? Хреново у тебя закручивал. Тридцать восемь на улице, короче. Собака вообще отморозок. Носится как угорелая, блин. Домой ее сейчас надо будет загонять. Чтобы по снегу, блин, побегать. И похеру мороз, что она вон уже белая становится, не коричневая. Такая вот погодка. Куда пошла?
И корзина стоит, все, ну мы проверили, ну так вот заебись. Uh-huh. А потом, когда, блядь, это, поехали, поставили, поехали, хуй она не едет. Снимает, включается, блядь, да? Снимаем коробку, вот это проворачивается поебень в этом, в диске, прикинь. И прям проворачивай, uh-huh. когда в тисы зажмешь, тогда только она крутится, блядь. Uh-huh. А так хуй, руками нормально, вот, не можешь, да? прокрутить. Ну как так, блядь? Вон еще трение, да? Короче, раз трещина получается еще одна. Uh-huh. А я говорю, просто вовремя. Он выжимной подшипник закрывает тоже. Осел какой-то. Осел, бля. Выжимной тоже нахуй заткнулся, а? Архина, бля. Ну это, просто обвал. Да, бля. Ну в том году также получается у Гоши сцепление, вернее не сцепление, а сальник давануло. Потом еще у кого-то давануло сальник на коробке. Ты не поверишь. На малу. Я ты знаю, я пятый уже. Уже пятый. Я знаю, я пятый. И вот, у всех вон он лежит где-то, блядь. Вот я тебе еще раз говорю. Вот, выкинул. Вот тогда два человека. Я такой под машину подхожу к машине, смотрю пятно, я такой, понятно, надо ехать. Да. Мне ехать грузиться, Сережа, говорю, Сережа. Все, не еду никуда. Но. Сколько надо? Давай, грузись, давай еще, потом сделаешь. Итак, друзья, по итогу что было? Два дня машина стояла на станции, грузовая. И легковая как раз была на станции. Что было по легковой? Мерседес я гонял проверить, сделать свечи накала. Его, их сделали. Но проверить, как, насколько лучше или хуже стала машина запускаться, не смог. Так как приключилось следующее. Не знаю почему. В общем, вспенился почему-то антифриз. То есть прям пена появилась. Он стал пенный, а не жидкий. Вот, забило, скорее всего, печки. Печку забило. Короче, все позабивало. Машину бросили на улице. Пришли потом. На следующий день я пришел, как раз морозы стояли, 39, 40, 37. Ничего не стал с ней делать, заводить, даже не стал заводить ее, потому что смысла не было ее греть, потому что и так все забито. Вот, сегодня отогнал машину на станцию, оттащили, ее там отогрели, запустили уже. Завтра будут полностью промывать систему охлаждения специальной промывкой. К сожалению, не получится заснять, я уеду. Вот, что по грузовой? Это было по легковой. Какие новости невеселые. Что по грузовой? А, забыл сказать еще. По легковой получается, что дополнительный догреватель двигателя электрический, который стоит, лепидрический, он работает. Свечи, все 4 штуки поменяли. На видео никак не могли выдернуть третью свечу. А потом ее в итоге выдернули, выколопали оттуда. Вот так вот, такие вот новости по легковой, по Мерседесу. Теперь что по грузовой. Начал подтекать сальник, начал мокрить. Сняли коробку, сняли сцепление. Оказалось, что лопнул диск сцепления. Лопнула пружина в диске сцепления еще. Помимо того, что просто трещина пошла по диску. Заменили это все, диск поменяли выжимной, он зашуршал, подшипник в маховике поменяли сразу два сальника, которые стоят коренной и на первичном валу. В общем, их все поменяли, все собрали, сегодня вот двигаемся в рейс. Все, всем пока. А, забыл передать огромные приветы Алексею Виноградову. Он просил, говорит, передай привет. Тебе большой привет, Леха. Всем подписчикам, ребята, привет. Забайкальскому краю привет. Бурятии, Иркутской области. Сейчас я выдвигаюсь туда, в Иркутскую область. В общем, всем, ребята, подписчикам, всем привет. Где бы вы ни были, вам удачи, добра, счастья, любви, денежных рейсов. В общем, всего-всего самого хорошего. Все, всем пока.